не хочу стоять. А это все, что у тебя за оружие? А? Это фэнфал. Ну, извиняйте. Да нет, нормально. Не узнал. Да, вы в другом отделении. Что там по Чечне? Нормально. Они сидят, у них окопы такие, сделанные из рвов. Там очень много всяких перешейков. Так что смотрите, они могут в них где-то сидеть. Бойтесь ПТРДшника, он вас вынесет. Ноги оторвет сразу. Но ему попасть еще надо иметь часть. Я вот сено начинаю видеть. Ну, стоги сена больше не простреливаются, я их починил. Они простреливались? Они раньше простреливались, нам сквозь стог сена противник тогда забежал и вынес нас. Саша даже видос на этой фигне есть. Он пробежал сквозь него? Да. А чё у меня земля дымит? А, это не земля дымит, это с той стороны. Какой-то маслом залили и всё. Не знаю. Это по идее с той стороны этот, как он? Не скорее то скажи. Туман. Не туман, там дымит колонна. А у меня земля дымит. Наркоман. В чистом поле, блин, воюем против хохлокрейнцев. Где враги? Господи, тут окопы уже. Они на севере. Вот за этим, вот смотри, вот отметки Детуза, дальше на север. Вот там дальше уже окопы. Вот по правую руку у тебя окопы, Спитер. Так они из зоны выйти не могут. Ну у них там зона позволяет выйти чуть за окопы на пару метров, поэтому лучше все равно не вылазить, знаешь? Давай, слышишь, давай у Геху прям зону. Я не вижу зону. Ко мне сюда вылези на стог сена. А, это ты на стоге? Нормально да. Вылез? Убили опозданта. Бля, жму их, он сразу упал. Ползком можно. А тут вылезти можно. Да, это ВЛ-ка была. Я не то. Не дали. Да я зону не вижу, стена. Вот косой. Да я зону не вижу. Блин, я никого не вижу, меня видят. Что за хрень? Выйди с туман. Мы даже вот твоя это килограмма. С тумана только что убили нашего. Выйди с тумана. Но только что нашего убили, когда из тумана вышел. Ну это один раз. По мне пулемет стреляет. Ладно, хорошо. Пошел умирать. Можно еще вверху? Родишь? Да. А? Можно бы это? Это будет очень странно. Ля, когда с УГХ стрелял, у меня игра зависла. Удачи. Ага, мне в лицо прилетел снаряд. Я аж сознание потерял. А БТР-то приедет? Он уже как бы тут, недалеко от круга. Я режим, короче, енота ползуна включил. А у них техника есть? Нет. Я только что сквозь стол стена прополз насквозь. Предлагаю подождать БТР, что-то как-то стрёмно пока тут усваться. Сквозь стол стена насквозь прополз. Последняя хоть прилетела куда надо или нет? Нет, походу она в меня прилетела. Я не знаю, мне игра зависла в этот момент. Нет, не прилетела. Что лучше, фэнфал или М70? М70 отдачи меньше. И зажимать можешь как дикий. А с фэнфалом можно просто лицом поставить и все. Ну, с этого тоже.
чешский. Да блин, два. Тр ехать будет. А у разбитой колонны что-то есть или нету? Пошел. Смерть. Нет, если только так, пап. Куда все мои патроны делись? Сено съела. Какая-то крыса сидит, палит в меня, я вообще не могу ее найти. А у меня броник еще. О, это с войном стрелять с пулемета? Да. А можно бы тебя стрельнуть хоть? Чего? Можно бы тебя стрелять, чтобы хоть кого-то убить? А как они выглядят? Как туман. Ползком, тут только ползком. Вообще не понимаю, что происходит. Какие-то чеченцы воюют с дагестанцами. А я здесь вообще при чем? А ты домой езжай, домой. Ну все, я домой поехал. О. Ой. Мы своим-то куда? Это не в смысле. В прямом. Там свои подошли. Западная часть. Может, я перевязываюсь. Нет, прям в БТР подбежал, прям в БТР подбежал. Откатись, БТР. Ну, норм. Я тут подползаю, осторожно. А я полный рот бежал. Нас БТР вообще слышит, нет? Слева свои на нас смотрят. Может там этот синий, это который... Свой стоит, возле колки. Финиш. А, это ты был? Окей. Помнишь, где кип смотрел? Там еще один. У нас либо наш БТР, либо задели, либо что, я не знаю. Все, пошел шерстить окоп. Это башня. Меня окоп засасывает. Это ты, ну? Да, я хожу. Вот там, спереди, перед тобой. Все засал. Кто щелка? Найди. На другом, впереди окоп. Кинул гранат. У меня последняя бомба. Бля, он меня вышел. Хотел убить меня. Где его ствол? Тут пока им валяется. Я около палатки. Медицинский. Я какого-то масленка нашел, но калаш его не могу найти.
Стучок. Юки же не за нас, да? Окей. Я слышу, как они говорят. Какой-то забаганный масленок. Кто в окопы спустился? Окопы бегают на юге. За палаткой с командой. Юки наши, нет? Нет, нет. Ты жив? На юге, на юге. В окопах. Не знаю, я только подползаю. Там, где мы я двоих слышу, да. Блин. Долго Паша долго. Да. А там Паша, это, слышишь, на те же грабли. Смотри, смотри, сейчас Казбат выйдет, а у него это клин. Он спитера не убьет. А он что, через всё, взаимодействие не можешь? Гаси, гаси! Аэрошка! Юки, зачем нет, ты лутаешься? Он может там Ctrl-R или Shift-R. А где Юки? Каваши? Вот эти трупы лежат, каваши нет. Да я решил здесь время, чтобы... Кстати, а чё я убил? Стэ, можно ПТР-блу мне использовать? Да. Можно? Чё ты убежал, ты дурак? Я испугался, я думал, что нельзя сейчас... Нет, там же условий никаких нету. Я на технику никогда условия не делал. А. Все, Казбат оружие выкинул. Это значит, ты зашел, беру, открываю люк, выгружаю ему за шоу, значит, открываю дверь и начинаю его убивать. А я даже не слышу, не слышал твои телодвижения, как бы. А ты что, не то, что я говорил тебе? Типа, его кто-то убил? Да. Шифтер, алло. Ctrl-R. Да, Ctrl-R. Ну чё сразу ты звонули? Чё ты на меня кричишь? Закончились люди, чё-то реально рысь бегает такой, стреляет. Я такой, Юки, ты чё на крик?